В Актобе ветераны, труженики тыла и члены их семей смогли отведать настоящую солдатскую кашу. Бывших фронтовиков чествовали в импровизированном военном городке, который раскинулся на площади в парке имени первого президента. В просторных палатках устроили праздничное застолье, а со сцены звучали песни военных лет. Из Актюбинской области на фронт ушли 122 423 человека. На полях сражений погиб каждый четвертый. Сегодняшний праздник посвящен им, солдатам Победы, памяти погибших и чествованию живых. Встречают дорогих гостей военнослужащие. В походной палатке их ждет угощение. Полевая кухня готова накормить всех желающих настоящей солдатской кашей. Над приготовлением фронтового угощения потрудились повара войсковой части. Перловка, это была вот так, на валу, но она не шла. Вот эта гречка, пшенка и прочее с удовольствием. С каждым годом ряды живых свидетелей военных лет стремительно редеют. На праздничные гуляния в честь Победы теперь собираются их потомки. Я поздравляю вас с Днем Победы. Спасибо, что вы воевали за нас, за нашу свободу. Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигает. А вечно магия видит вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленский, горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. В годы Великой Отечественной в Актобе были сформированы знаменитые воинские соединения. 312-я стрелковая дивизия и 101-я стрелковая бригада, которые героически сражались под Сталинградом и Москвой. 35 актюбинцев удостоились звания Героя Советского Союза. 9 из них являются полными кавалерами Ордена Славы. С праздником, дорогие ветераны и труженики тыла! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! Лейла Уесова, Александр Степаненко, Айбек Даутов из Актобе.